Боксер Сергей Ковалев направит гонорар семье погибшего с ним в бою спортсмена. Россиянин, защитивший накануне 3 чемпионских титула в поединке с малавийцем Айзеком Чилембой, пожертвует выигранные деньги семье Романа Симакова, который умер 5 лет назад. Бой Ковалева с Симаковым состоялся в декабре 2011 года в Екатеринбурге. Тогда поединок завершился досрочно победой Ковалева в 7-м раунде. Симаков с черепно-мозговой травмой попал в реанимацию, где умер, не приходя в сознание. Эта трагическая история появится и в новом фильме о Сергее Ковалеве, который снимает американский телеканал HBO в Челябинске. Когда появится картина, пока неизвестно, но ее выход могут приурочить к долгожданному бою Ковалева против непобедимого Андре Уорда.